А маманя печет ваночку и корочки, да не всем гостям дает, а по выбору. Это парень говорит нашей Лорочке, а Куджаву достает ей и Визбора. Ну тут гости все ко мне обращаются, будто я им Большевец или Зыкина. Но Лорка под столом все щипается, мол, завязывай налево позыркивать. А я гляжу сквозь телевизор взором, и мысль моя ясна, как бирюза. Пора хватать подшивку кругозора и оборвись, куда глядят глаза.